петля времени, именно грань понимания реальности, исчезла у Наре. Очередные проекты повышения стоимости электроэнергии на 14%. Где взять деньги? У Наре мотивация пещерных экономистов равна качеству полученного образования, не давшему знаний, позволяющих называть их Homo sapiens, человека разумного. Разумные, видимо, в избытке, так как все стараются свалить из страны. Именно то проектируют законы, направленные на уничтожение русского языка во всех его проявлениях. Видимо, мало гражданской войны в 1992 году, ведь толерантность превыше всего. Так и есть толерантные депутаты, которые в том далеком и страшном году быстренько сфорлировали в Румынию из-за нежелания быть в окопах. Именно, иногда жажда мести делает и умных тупыми. Бойтесь дураков, враги и так понятны. Контролирующий контроль контролирующих структур над властью, над нами. За что, Боже, нам такое счастье? Петухи вымерли в Молдове от того, что им наговорили на рынках и на кухнях. О власти, о жизни, о деньгах. Какая-то петля времени, посредственностей, недоучек, хамла. Все повторяется каждые 20 лет. Урок не впрок всем нам и всем им. Именно.